В защите своих проектов по движению «Молодежный парламент» у нас в 5 раз больше кандидатов, чем необходимо набрать. Я напомню, что в «Молодежном парламенте» 46 человек. Мы в законодательном собрании рассматриваем «Молодежный парламент» как площадку для подготовки молодых парламентариев. И в этом году на выборах в муниципальные органы власти практически во всех районах у нас будут выдвигаться члены молодежных парламентов районов и городов Вологодской области. Сегодня Череповецкий молодежный парламент будет избирать членов молодежного парламента на 5 лет тех ребят, которые будут представлять интересы молодежи на уровне области. Для нас это очень важно. Городской парламент у нас работает достаточно эффективно, но так, чтобы наши интересы представлялись на областном уровне, должны быть очень достойные люди. Люди, на которых мы делаем ставку не только в молодежной политике, а те, которые через 5 лет смогут стать парламентариями на более высоком уровне. Или в Череповецкой городской думе, или в законодательном собрании Вологодской области. Молодежный парламент стал школой кадрового резерва молодых современно мыслящих политиков, и в Череповце это действительность. Это не игрушки, не попытка молодежь увести в тупиковую ветвь развития, а дать возможность молодым, энергичным, инициативным проявить себя в общественной жизни, доказать свою состоятельность, показать взрослым коллегам, что вы на многое способны. Полезно, когда молодые люди со своими инициативами выходят на законодательный уровень. И это прекрасная возможность молодым людям себя проявить и тем самым, то есть, как бы сделать для себя определенный старт, в том числе, то есть, как бы в законотворческой деятельности и на госслужбе.